Приветствую вас, это многострадальная Tomb Raider, и это я, Кидо. Ну, начнем. Попытка пятая должна мне помочь, хоть в чем-то. Итак, начнем мы, пожалуй, с холодильника. Ну иди же сюда, давай. Давай. Ну уже, тормоз-то ходячий, а. Идем. Как все медленно. Красавица наша. Так, дело сделано. Дальше мы бежим в бассейн. Совсем в бассейн, конечно. Мажоры развели тут всяких. Заткнись, пожалуйста. Сразу скажу, что беговую вот эту вот дорожку в доме мы проходить не будем. Так, бежим на зов природы. Бежим! Быстренько так, быстренько. И попадаем в комнату трофеев. Если это так можно назвать. Вот, видите, это что-то непонятное. Это вообще не знаю, что это. Но чудо Полина мне, надеюсь, расскажет мне в комментариях, что это вот вообще каждая из них означает. Да? Так, ладно. Бежим дальше. Так. А сейчас, пожалуй, для меня самое сложное и тягомотное. Заданицы. Так. Угу. Так. Все норм. Бежим на зов.
Свезло, свезло. Так, бежим дальше. И это у нас, и это у нас. Геракл Лара. Это у нас как иначе просто. Так, промахнулись. Так, попробуй. Карабкиваемся. И вот мы уже здесь. Как странно это все смотрится. Какой-то девушки. Ёб твою мать. Рыбки-то красивые. Очень красивые. Мы чуть не сдохли. Немного. Тут целый бункер, а не особняк. Очень даже так. Ну а сейчас мы бежим на ту самую беговую дорожку с первого видео. А закончим вот покатушками в той комнате, если можно назвать так. Так что вперед с песней. Шумы природы. И мне плевать абсолютно, что это произошло. Интересно. Ну ладно. Что-то странное мы сейчас сотворили. Ну ладно, идем дальше. Какое же управление-то неудобное. Ползем, ползем, ползем. Молодцы.
В этот раз все через жопу. Но я переписывать это не собираюсь. Да, забыла. Ну, почти удачно. И пройдена она за 3,5 минуты. Плохо. Теперь мы идем на самый последний этап тренировки. Это покатушки. Покатушки на квадроцикле. Ну что, поехали? Как это? Ага, Alt назад, Control вперед, да вы больные что ли? У-ху. Стоит ты. Теперь выпрыгиваем. Это end и. Блин, кто ж придумал это управление говёное-то? Ой. Так. И в общем это все, что здесь есть. И. Тренировка закончится ровно на том моменте, когда я вот нажму кнопочку. Поэтому заранее всем спасибо за просмотр. Всем спасибо. Надеюсь, вы не уснули. Так, пожалуй, все.